Добрый день, компания OMZAP. Сегодня у нас на ремонте автомобиль Genesis G70. Обратился он к нам с проблемой пропуски зажигания. Также периодические стуки возникали в двигателе. В стороннем сервисе рекомендовали ему капитальный ремонт двигателя. Но в связи с тем, что мы не опираемся на диагностики сторонних сервисов, мы произвели свою диагностику в виде компьютерную диагностику, считали коды неисправности, действительно по четвертому цилиндру были пропуски зажигания. И также сделали эндоскопию стенок цилиндров и обнаружили там большой задир на четвертом цилиндре. Задир очень большой, вот чувствуется вмятина даже, вмятина. Не знаю, видно, наверное, да? Да, Все, это мы увидели во время эндоскопии, подтвердили, что да, необходимо снимать двигатель и его разбираться, собственно говоря, в причине, что же случилось. Для снятия двигателя на данном автомобиле разобрали значительную часть подвески. Как мы видим, полностью отсоединены рычаги, снята рулевая рейка, приводные валы. Ну, то есть процесс, я скажу вам, достаточно трудоемкий. Автомобиль полноприводный, с продольным расположением двигателя. Как вы видите, мы выбрали вариант снятия его без снятия КПП. Вытащили отдельно двигатель. Разобрали практически полностью. По результатам дефектовки уже можем сказать, да, значительная выработка фазовращателей. Ответная часть, то есть щетки тоже изношены более чем на 50%. Хочу заметить, пробег на этом двигателе всего лишь там порядка 52 тысяч километров, да, износ уже значительный. По головке блоков цилиндра видим на четвертом цилиндре следы сгоревшего масла. Соответственно, понятно, пропуски, откуда у нас брались, засорялась постоянно свеча и не было воспламенения в цилиндре. Состояние вкладышей на данном пробеге, вот можете наблюдать, это у нас шатунные. В принципе, на всех приблизительно одинаковая история. Так, а это у нас коренные вкладыши. Ну, по коренным вопросов меньше. Ну, остальные они все такие же. Угу. Коленвал, на удивление, в принципе, не пострадал. Небольшие задирчики есть. Я думаю, обойдемся его полировкой. На четвертом поршне мы видим, часть, собственно говоря, поршня отсутствует. Здесь, где стоит маслосъемное кольцо. Кусочка кольца также нету. Насос масляный при снятии здесь также мы частички металла обнаружили. О! Носик, скорее всего, от масляной форсунки. Вон еще от самого поршня лежит, да, смотри. Вон у стенки, смотри, вон у стенки, вон. Тащи. Магнитиком замагнитим. А. Вон у стенки, по той стенке. И она длинная, смотри какая. Еще. Сколько удивительных открытий, да? Реально, там кроется. Там склад у фиксиков, да. Так. А вон, что, да? Или нет, носик-то отломало. Вот, собственно говоря, что мы обнаружили в масляном заборнике, в том числе. Да, пружинка с маслосъемного кольца. Одна, вторая. Вот, вот. Часть кольца маслосъемного с поршня. И самое интересное, виновник всему этому, всего этого торжества и печального случая, носик масляной форсунки. Изначально мы думали, его обломало, но все-таки приступил к более детальному рассмотрению. Обнаружили, что его не обломало, он просто вывалился из форсунки. То есть вот можно его назад вставить, вот он встал, все, он вращается. То есть 52 тысячи он выполнял свои функции, а далее он просто в один прекрасный момент вывалился. Далее он попал по коленвалам. Да, вероятно, все, коленвалом его подбросило вверх, попал он по поршню. Ну и последствия мы уже с вами знаем.
Как он мог вылиться, пока непонятно. То есть они держатся достаточно жестко. Хотя... Вот. Хотя сейчас приложил я незначительное усилие. Вот и, вот, пожалуйста, так, с первого цилиндра, да. Просто он чуть-чуть нажал, он вывалился, видимо. Вскоре бы отвалился бы и он. Хотя вот на втором и третьем цилиндре не получается их сейчас сдвинуть с места. Мы считаем, что причиной выхода из строя двигателя является вот носик форсунки, который вывалился. Почему он вывалился? Думаем, это брак самой форсунки. Если у вас есть другое мнение на этот счет, можете писать об этом в комментарии, да? Почему это произошло, почему она все-таки вывалилась, как уберечься от этого, да? Как это предотвратить. Если вам интересно, как будет происходить гильзовка данного блока и его сборка, пишите в комментариях, снимем для вас дополнительный ролик. Ну а на сегодня все, до новых встреч, всем хорошего дня.